Дорогие соотечественники, друзья, тепло и сердечно поздравляю вас с Днем Республики. Мы делаем ставку на развитие человеческого капитала, создание современных производств, подготовку высококвалифицированных кадров, центры нашего внимания и социальное благополучие граждан. Продолжительность жизни в республике достигла 73 лет. С каждым годом растет число приверженцев здорового образа жизни и число людей, систематически занимающихся физкультурой. Чувашия не первый год в числе регионов с благоприятной экологической ситуацией. Дорогие друзья, от всей души выражаю вам благодарность за любовь и преданность республике. Искренне желаю крепкого здоровья, счастья, мира и согласия, уверенности в завтрашнем дне. С праздником!